Пчельей пела песенку, спи, ёлочка, бай-бай. Морознышком укутывал, смотри, не замерзай. Морознышком укутывал, смотри, не замерзай. Вам наша песня. О, я очень старалась вспоминать слова. И со мной это Маша и Бунги. О, очень приятно. Сначала Маша, скажите, пожалуйста, сколько лет вы жили в России? Я жила 26 лет в Москве. Сколько лет вы занимаетесь? Уже лет 22. Вау, тогда почему именно это вы начали заниматься, играть? Вообще-то здесь есть такая маленькая история. Я вообще-то играла на фортепиано. Вот я однажды решила начать играть на другом инструменте. И моя мама меня взяла в училище, в музыкальную школу, сказала: «Маша, ходи по коридору и послушай, что, какой звук выходит из двери». Я хожу и там слышу какой-то очень красивый звук, там я маму жду. Так, там мама подошла, мы зашли в комнаточку, и там играла бабушка на виолончели. Бабушка русская? Да, она была профессор по виолончели, так с того времени я... Целых 20 лет вы учились в России именно, да? Да. В каком университете? Университет я закончила Московскую консерваторию, а школу — Центральную музыкальную школу при консерватории. Она очень талантливая. Она трусится. Да. Привет, с Новым годом. Да, с Новым годом. 어떤 작품을 혹시 하셨는지? 저는 아봉이라는 팀에서 활동을 하고 있고 그 팀 활동 이외에도 광고 많이. 이번에 갯마을 차차 기타 세션으로 참여했고. 네. 이 기타 얼마나 치셨어요? 한 15년 정도 쳤는데 열심히 친 지는 한 5년 정도. 5년 정도 됐어요? 네. 아, 대단하시고. 나 온도 저 오친 탤런트 리브이. 아, 근데 마샤, скажите, пожалуйста, сколько ей лет? Угадайте. 3, 2, 1. Ей 150 лет. Да, это ваша прабабушка, ребята. Ей 150 лет. И, я вообще не знала, но говорят, что когда виолончелла, ей 150 лет, самый хороший возраст, самый хороший звук. Да. Да.
7년 됐어요. 아, 리비오나이 프로바부시카네. 아, 그래도 오늘 이렇게 너무 할 수 있어서 좋았고요. 이제 다들 새해 복 많이 받으세요. 둘, 셋. 스노빔 고나! 우! Спасибо, что посмотрели. Желаю вам счастья, здоровья, много-много денег, любви и всего наилучшего. Пока! 안녕!